Всем привет! Как вы думаете, чем заняться в прекрасное зимнее утро? Ну, конечно же, поработать лопатой – это очень хорошая физкультура. Но в двух словах, мы приехали в соседнюю область по объявлению в Авито. Здесь продают Бентли за миллион с копейками рублей, продает банк. Но для того, чтобы хотя бы открыть двери, надо ее раскопать. Сотрудник банка любезно согласился нам помочь. Ну, собственно, вот он работает лопатой. Я снимаю видео. И что будет происходить дальше, я сейчас вам покажу. Так что присаживайтесь поудобнее и смотрите дальше. Ну, такая вот непростая задача — выкопать автомобиль из-под снега, которого, как вы видите, в наших регионах немало, и попробовать его завести. Если все сложится красиво, будем пробовать купить этот автомобиль. Это самое дешевое предложение по Bentley, которая есть на данный момент в России. 1 миллион 100 тысяч рублей. Дешево и на самом деле очень сердито. Но, как вы видите, состояние не идеально. Но это наша тема. Как это называется? Чем хуже, тем лучше. Есть возможность что-либо заработать, потому что вылизанный автомобиль, сами понимаете, не те деньги. На самом деле машина обслуживалась когда-то в Москве, но это было какое-то время назад. Сейчас вот она здесь стоит на площадке банка, такая вся некрасивая и забытая. Видите, передний бампер не очень красивый. Ну, сейчас сотрудник пошел за помощью. Будем пытаться как-то запустить мотор. Вроде бы Volkswagen Bentley, да? Но обратите внимание на коррозию. Так что Volkswagen, Volkswagen рознь, видимо. Салон более-менее в хорошем состоянии. Машина американка. Пока невозможно открыть капот. Напрочь замерз. Сейчас ребят попросил. Пошли они за водой. Попробуем горячей водой с помощью чайника открыть замок. На самом деле, вы знаете, машина, на мой взгляд, может быть даже и неплохая. Конечно, вот эта вот ситуация, она не очень красивая, да, но я так понимаю, что это вот из-за бампера. Но в целом, что примечательно, хром весь целый. Это на самом деле крайне редкая тема, потому что даже ободок практически не съеден коррозией. В общем, дело за небольшим. Завести машину и как-то решить вопрос по цене. Мне кажется, ее надо забирать. Потому что даже вот снизу хромированные молдинги тоже в порядке. Но то, что вот на кузове, на арках, я думаю, что это небольшая проблема. Поэтому сейчас будем пытаться открывать, а там посмотрим. Открывать, вернее, мы уже открыли, заводить. Ну, капот у нас не получилось открыть, потому что замок замерз напрочь. Еще ключ зажигания застрял, но удалось его вытащить. Там есть маленькая заглушечка, ее нужно снять. И в нее какой-нибудь предмет тоненький засунуть, и ключ вынимается. Ну, в общем, резюме такое. В принципе, автомобиль готовы брать. Написали заявление, форму заявления в банк. Будем ждать результатов.
На самом деле вариант неплохой, но больше 1 000 000 рублей, ну, нет смысла давать, потому что там лобовое стекло, вот я вам сейчас показываю, разбито, салон так себе, задняя подвеска опущена, надо менять тормозные диски, надо заниматься кузовом, ну, минимум 300 тысяч рублей туда надо вложить, это как минимум. Ну, соответственно, если купить эту машину за 1 100 000, вложить 300, ну, вот, можно попытаться заработать там от 100 до 200 тысяч рублей, но это будет не быстро, потому что такие машины продаются не быстро. Еще один огромный минус для Bentley — это цвет. В таком цвете продать машину будет очень непросто, потому что все смотрят либо черный, либо белый. Ну, серый так себе, тем более еще машина американец, это в России тоже не очень любят. Но будем надеяться на удачу. Вот видите наш этот злосчастный замок. Там в оригинале должна буква «Б» подняться. И это образуется ручечка, за нее дергаешь, и капот открывается. Ну, будем ждать результата. На этом пока все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.